Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим с вами видеообзор от интернет-магазина iClone.net новой брендовой модели от китайского производителя ZenTouch, копия HTC Titan 2, Titan X825 на базе процессора MT6575 с операционной системой Android 4.0.3. Давайте предварительно посмотрим с вами, как у нас заведено уже комплектацию. Идет защитная пленочка уже в комплекте у нас. Далее есть у нас наушники белого цвета с прищепочкой и гарнитурой hands-free, свободной руки, разъем 3,5 мм, стерео наушники. Также есть кабель для подключения к зарядному устройству и синхронизации с компьютером. И, соответственно, есть еще вот такая у нас зарядное устройство, адаптер на 5 вольт. Видим, да? То есть, как в оригинале. Также есть батарейка в комплекте. 4,2 вольта, 2000 мА, вольтаж у нас 3,7, входной видим, 2000 мА, сейчас. И инструкция на китайском языке. Давайте теперь с вами осмотрим саму модель, копию HTC Titan 2 от интернет-магазина iClone.net. Называется модель ZenTouch Titan X825A на базе процессора MT6575. На операционной системе Google Android 4.0.3 вместо Windows Mobile 7.5 с огромным набором различных приложений. Так, давайте посмотрим с вами внешний вид. Глянцевый пластик. Довольно-таки хорош в исполнении. Серебристая поверхность снизу, как в оригинале. Значит, на передней панели мы с вами видим разговорный динамик, есть здесь датчики приближения, датчик освещенности, также есть светодиод заряда или же пропущенных смс, он мигает. Также есть у нас фронтальная камера. В этой модели фронтальная камера у нас идет 0,3 пикселя. Фотографирование и видеосвязи, видеосъемки. Также на передней панели мы видим основную часть экрана. Это емкостной EVS-экран с поддержкой мультитач. Материал стекло 4,3 дюйма на 16 миллионов цветов. Разрешение экрана QHD 960 на 540 пикселей. G-сенсор, датчик положения телефона в пространстве. Благодаря QHD разрешение 960 на 540 точек, картинка остается четкой и привлекательной. Используя AVS матрица, по характеристикам сравнимая с дорогими IPS экранами. Поэтому ничем не уступает качеству оригинала. Также на передней панели мы видим с вами логотип HTC. Есть софтовые кнопочки у нас сенсорные. Так они защищены немножко, как видим с вами, таким вот ребром, чтобы прочувствовать. Кнопочка поиск. Есть кнопочка основной экран и кнопочка возврата. Предыдущее меню. На боковых ребрах телефона мы с вами видим с левой стороны. В верхней части есть у нас разъем для подключения синхронизации мини-USB. Сверху видим кнопочка включения-выключения, также блокировки экрана. Разъем для стерео наушников 3,5. С правой стороны мы видим с вами качельку громкости. Она утопленная, то есть не сильно выступает. Нельзя будет случайно нажать на кнопки. И с нижней панели у нас есть только разговорный динамик.
задняя панель с логотипом HTC. Есть два светодиода для фотовспышки, громкий динамик и камера 5 мегапикселей. Внутри телефон выглядит у нас вот так вот. То есть в комплекте две батареи идут и два разъема для карт GSM, VCDMA. Есть слот расширения для карт T-Flash microSD до 32 гиг. Теперь давайте с вами включим аппарат и проверим его на работоспособность. Проведем несколько тестов и посмотрим, как сам аппарат у нас реагирует на датчики ориентации, G-сенсор и все остальные датчики. Пока девайс запускается, хотелось бы сказать, что купить за Touch Titan X825 на базе процессора 6575, копия HTC Titan с доставкой по Украине, вы можете в нашем интернет-магазине icon.net. Коммуникатор собран на платформе MT6575, 1 ГГц, процессор ARM версии 7 с графическим ускорителем PowerWare SGX531 и 1 ГБ оперативной памяти. Но для любителей фото 5-пиксельная камера автофокусом и большим набором режимов съемки. Как видим, мы с вами, девайс у нас запустился. На касание отвечает довольно быстро. Очень мягкий экран. Нужно к нему еще немножко привыкнуть. По-своему реагирует на касание. И давайте мы с вами посмотрим для начала, наверное, камеру. Есть у нас две камеры, фронтальная и основная, с фотовспышкой. Видим автофокус и быстрое переключение. Есть возможность на фото-видео, переключение камер, соответственно. Быстрый предосмотр. Ну и большой функционал для редактирования просмотра. И также есть панорамная съемка. Давайте попробуем с вами сделать снимок и посмотреть качество. Пиксельная камера работает, зум хорошо. Сможем сделать предосмотр и убедиться, что действительно здесь 5 пикселей. Мы сейчас с вами сможем с помощью программок для теста. Теперь давайте посмотрим с вами еще галерею. Как видим, выстраиваются картинки, загружаются очень быстро. Есть возможность быстрого предосмотра и также редактирования сразу фотографий у нас. Можем выставлять их на рабочий стол, рассматривать также и пролистывать. Есть быстрый предосмотр для удобства.
И можем скроллом пролистывать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Прорисовка картинок перелистываемых, видим, сразу отображается. Задержек нет для отображения качества. И давайте еще посмотрим с вами видео. С помощью стандартного проигрывателя, конечно, не советую просматривать, потому что лучше всего просмотреть с помощью дополнительного какого-то проигрывателя, что в стандартном проигрывателе перемотка делается после остановки, поэтому нет возможности беспрерывно смотреть какой-то ролик. Давайте еще посмотрим что-нибудь. Ну, без звука, конечно. Так, теперь давайте с вами проведем несколько тестов. Один из них — это через программку Antutu Benchmark. Предварительно мы уже протестировали сам девайс. И программа показала нам 3541 после теста. Что это у нас обозначает? Сейчас мы построим график с помощью этой программки. Она сделает просчет. И мы с вами сможем посмотреть, на какой ступени находится наш смартфон. Копия. HTC Titan 2, модель Xeon Touch X825. Итак, давайте с вами посмотрим. Наше устройство находится выше, чем Google Nexus S, чем Galaxy S, Sony Ericsson X10, намного выше. Что мы тестировали? Мы тестировали с вами RAM, память, GPU в целом, чисто числа с плавающими точками, 2D, 3D графику, база данных, записи, чтение на SD-карту. Информация о устройстве. Смотрим, что у нас здесь есть. Значит, модель телефона. Мы видим X825A. Бренд HTC, производитель КПУ MT6575, модель КПУ ARM версии 7, процессор Neon, VFP версия 3, частота 1,1 МГц, минимально, максимально. Разрешение 540 на 960, как и указал производитель, есть действительность. Визуализация КПУ у нас идет по PowerVR SGX531. OpenGL у нас идет вторая версия. Видим, сколько у нас доступно памяти. RAM памяти 1 гиг. Действительно. Камера. Камера пишет у нас 8 мегапикселей. 3264 на 2448. Но давайте мы это с вами проверим, потому что производитель указал 5 пикселей, 2560 на 1960. Версия Android 4.0.3, версия сборки, видим, X825, копия HTC Titan 2, китайская копия называется Xeon Touch Titan X825A, MT6575, Dual SIM. Тестируем с вами дальше. Протестируем с помощью программки ZDavis Test.
от самого девайса не зависит работоспособность этой программки, так как под каждую модель бывает разная версия. Если вы загружаете какие-то приложения, конечно же, для вашей версии лучше загружать с маркета или же зная со сторонних сайтов, что это именно для вашей модели, потому что даже игры, приложения могут не работать или же выдавать ошибку. Итак, смотрим, у нас, видим, основная камера. Сейчас размер предосмотра 640 на 480. Пишет у нас 2560 на 1920 4,9 мегапикселя. Предыдущая Antutu Benchmark нам показала 8. Почему-то. Основную камеру проверили. Дополнительная, фронтальная. 0,3 пикселя, 640 на 480. Соответственно, тут GPS в этой модели есть. Также Wi-Fi сети обнаруживает, Bluetooth, стандарты связи VCDMA, GSM, работающие в разных частотах. Так, акселерометр, датчик ориентации, видим, уже визуализация есть, что у нас датчик работает, x, y координаты. В играх мы сможем реализовать эту возможность. Также компас тоже очень чувствительный. Теперь экран. Смотрим на экран, 960 на 540 пикселей. Плотность мы видим по DPI 240. Это очень хорошая плотность, как по X, так и по Y координат. Дальше мы ничего не видим, потому что нужна права суперпользователя. Можно поплотнее узнать, что дальше про экран. Хотя мы знаем, что у нас QHD емкостной OS экран с поддержкой мультитач. Батарея литий-ионная, сейчас ее температура 40 градусов, 4008 микроватт, на 89% заряжен. Процессор и память. Процессор 1 ГГц, видим, да, ARM версии 7 процессор, MT6575. Память внутренняя 1 гиг, сколько свободно, сколько использовано. Память есть, да, внутренняя также. Ну, внешний SD-накопитель. Далее звуки, это датчики, громкость музыки, сообщения, звонков, системные звонков, голосовые вызовы. Вибросигнал, при нажатии есть отклик. Вибросигнал присутствует, микрофон, USB выходы, соответственно, датчик ориентации сработал. Какие у нас еще датчики с вами есть? Операционная система Android. Видим, продукция H932, модель X825, версия Android 4.0.3. Система команд MADI версии 7A, MT6575 оборудование. Это у нас есть. Датчики освещения Lumix. При закрытии датчики реагируют. Тоже этот датчик присутствует. Датчик приближения работает. Ну, остальных датчиков ротационного вектора, гироскопа, гравитации, датчики давления нет. Есть еще датчик вспышки. Вспышка тоже есть. Далее.
Давайте теперь с вами еще протестируем телефон по поводу экрана. Видим 540 на 960 действительно его размеры. Есть возможность протестировать телефон с экраном мультитач, насколько он у нас касание. Видим 5 касаний мультитач. Какие тесты мы еще с вами можем провести? Тесты на играх. Допустим, мультитач. Допустим, на несколько касаний. Видим. Я могу одновременно несколько раз. То есть мультитач у нас работает. Тест в другой игре. Angry Birds. Видим, что отрисовка качества игры хорошая. Нет никаких квадратиков, ничего. Игра отвечает очень быстро. То есть это мы с вами прошли. Также в этой модели есть возможность беспроводных связей, Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Можно использовать девайс как точку доступа, раздавать интернет через Wi-Fi. И сейчас мы с вами выйдем в интернет, посмотрим, как работает у нас браузер. В этой модели не должен зависать, есть предосмотры с помощью датчика положения в пространстве, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Быстрая прорисовка качества, увеличение нажатием и разводом двух пальцев. С интернетом немножко разобрались. Возможностей в таком девайсе на операционной системе Google Android 4.0.3 с процессором MT6575 Cortex-A9 частотой 1 ГГц и RAM памятью 1 ГБ. Нет ничего невозможного. Смотрю, что все приложения открываются очень быстро. Также есть возможность с помощью фронтальной камеры и приложения Skype исполнять видеозвонки. Что бы хотелось сказать по поводу этой модели? Среди ассортимента товаров в интернет-магазине iClone.net появился очень такой вот интересный девайс. Это коммуникатор Xeon Touch Titan X825, копия HTC Titan 2. Компания-производитель следит за качеством выпускаемой продукции и использует ее только экологически чистые и безопасные материалы при изготовлении своих смартфонов. Если купить такую модель, копию HTC Titan 2 Xeon Touch Titan X825 с доставкой по Украине и сравнить ее с оригинальным смартфоном, тяжело найти отличия, потому что все мельчайшие части повторяют оригинал, довольно-таки трудно его отличить.
Это, пожалуй, единственное отличие его от оригинала операционной системы. Вместо Windows Mobile мы с вами наблюдаем сейчас операционную систему Google Android последней версии 4.0.3. С огромным набором различных приложений, доступных в Google Play в качестве лица девайса, iOS матрица по характеристикам сравнимая с дорогими IPS-экранами. Благодаря UHD разрешению 960 на 540, что показали нам несколько тестовых программ, картинка остается четкой и привлекательной, есть возможность быстрого предосмотра увеличением скролла фотографий до максимума. Если вы хотите всегда оставаться на связи со своими родными и близкими, бесплатно общаться по Skype в любом уголке мира, то достаточно купить такую модель в интернет-магазине iClone.net. Даже самые тяжелые 3D-игры по зубам этому смартфону. Ведь в нем установлен графический ускоритель PowerVR SGX531, 1 гиг оперативной памяти. И для любителей приятным дополнением будет 5-пиксельная камера с автофокусом и множеством настроек. Поэтому данный смартфон сможет выполнять любые задачи, которые вы от него потребуете. Ну, думаю, на этом все. Всего доброго.